В Заурале продолжается прием документов на участие в конкурсе преодоления среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Правительство области 12 сентября внесло изменения в состав оргкомитета конкурса в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах исполнительной власти. Данный конкурс у нас проводится с 2011 года по трем номинациям: за активную жизненную позицию, шаг к пьедесталу и за успехи в творческой деятельности. В текущем году прием документов уже у нас начат и будет продлен до 1 октября 2016 года. Подведение итогов конкурса традиционно будет проведено в декаду инвалидов в декабре месяце. Напомним, в номинации «За активную жизненную позицию» одержали победу граждане, которые по-особому проявили себя в общественной деятельности. Номинация «Шаг к пьедесталу» посвящена спортивным достижениям среди людей с ограниченными возможностями здоровья. За успехи в творческой деятельности – для тех, кто проявил себя в музыкальной, танцевальной или художественной сферах. Алексей Старцев, Светлана Епифанова, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».